Дружище, ты знаешь, как я ненавижу эти вещи, но пришлось к тебе обратиться. Помоги мне рассчитаться с долгами и вытрясти деньги, которые задолжали мне. В Нью-Йорке есть 1000 способов заработать зелень. Ищи значки, разбросанные по городу. Каждое такое место – золотая жила, если обладаешь нужным навыком. Скажу прямо, мне нужно 1500 баксов. Выручи меня, и можешь сколько угодно возиться с тачками и покупать боеприпасы в моих мастерских. Но, парень, с этим надо разобраться побыстрее. Некоторые ребята очень не любят иметь должников. Один упырь решил, что я типа благотворительностью занимаюсь. Верни мои бабки. Если не пойдет на контакт, подключи свою смекалку. Слушай, всего пару дней. Ты что я говорю? Да завтра же, завтра рассчитаюсь. Забирай, забирай деньги. Только не трогай меня, не трогай меня! Отличная работа, парень. Понадобятся бабки, приходи. Отсюда, быстро! Я
Давай, гони! Спасибо, парень! Это тебе за неудобство! Великолепный заезд. Ты побил мой рекорд. Это в натуре круто. Кстати, ты чуть-чуть Слинка не застал. Он с тобой свяжется.